Хлоп, хлоп. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал War Genius, Жека, и мы продолжаем наконец-то замечательную игрушку под названием This is Police. У нас с вами 16-й день, а поэтому понеслась. Бизнесмены собираются покинуть город. 86% жителей города не поддерживают снос кукурузного монумента. И во Фрибурге может появиться киностудия, которая обязательно отожмет у нас всю нашу работу. Точнее, всех наших сотрудников. Так, ну у моей собаки сегодня день рождения, хочу провести с ней весь день в парке. Отпустите? Ну, слушай, Хантер, ну... Ладно, но завтра придешь. Ладно уж, так и быть. Так, мне кажется... Цубаки... Да, мне кажется, хотя... Нет, Котти. Или Коти, давай ты у нас. Или Янти. Не, давай Янти. Янти у нас получает лычку с вами. Почему, а не знаю, просто захотелось. Имею на то право, как говорится. Так, я не знаю, что это. Какая именно музыка, ну ладно. Я ее все равно не запоминаю. А, неплохая, хорошо. Так, ну давайте уже начнем 16 день. Так, результаты. Так, тихо, не лагай. Ох, как все залагало резко, то что ж такое-то. Вот, все нормально. Результаты запроса мэрия. Один дополнительный офицер. Это мы чуть попозже. Далее. Дополнительный детектив. Спасибо, спасибо. Мэри, по-моему, нас пытается задобрить. Нет? Так, спецназ. Заставлять работать 3 раза в день. Эффективность на 100. Ну, 2 раза в день уже достаточно, наверное, пока что. Пока что ничего такого серьезного не было. Так, ну это как всегда. Так, ну-ка, что это у нас? Охранники от Кристофера Санда. Охранники должны были забрать со школы детей нашего юриста, но оказалось, что за минуту до нас их перехватили люди, похожие на панков Варги. Мы не знаем, как Варга нашел этих детей. Они учатся под фальшивой фамилией, но действовать в любом случае нужно быстро. Они не могли далеко уйти. Слушай, да, да, соглашусь. Ну давай, Балони и Силк. Давайте вдвоем. Два мужика такие отправитесь. А пока что я с вами... должен буду еще одного человечка добавить. Куда мне добавить-то? Наверное, в смену А. 165, да? Ну давай, 165, смену А. И один у нас еще доступен. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. А что у нас вообще есть-то? 100, 200, 10, 200... О, 280 есть. Замечательно. 280. Но здесь помощнее. Давайте тогда вот сюда, в смену Б. За 280, который Марк Муди. Муди. Не знаю, ладно. Так, у нас по расследованиям чем? Угу. Так, детали. А, ну да, пока что у нас ничего еще особого нету. Ну ладненько, ладненько. Я тут, кстати, узнал недавно то, что оказывается скоро, уже в этом году, выйдет вторая часть This is Police. Так что надо как можно скорее пройти именно вот первую часть, чтобы уже во второй части прям вот начать прям все сразу понимая. И ничего не забыв при этом, да. Так, драка. Начальная школа Фрибурга. Две ученицы старшего класса устроили драку прямо на уроке химии. Учительница Долорес Пондер, вызвавшая полицию, сначала попыталась успокоить их, а затем полезла разнимать и получила в глаз. Ну, конечно, да... Девочки прям в старших классах бывают. Да, очень-очень. Так что Маца и Цубаки. Или Маца. Маца, Маца. Неважно. Давайте будем называть Маца. Да, Маца. Маца и Цубаки идут разнимать их. Опять что-то новое. Кража. Музей эмоций и изобразительного искусства. Ночью из музея исчезла неизвестная картина голландского мастера де Врума, недавно выставленная для обозрения. Разбит окно музея. Внутри на полу валяется кирпич. О-о-о. Ну давайте, давайте. А они просто единственные, кто у меня остался. Так что придется, наверное, их. Так, больница Сент-Джона. Продажа наркотиков. Мисс Думбар сообщила, что медсестра попыталась продать ей наркоту прямо в больнице. Я пришла на прием к врачу после перелома. Медсестра услышала, что я жалуюсь на боль, дождалась, пока доктор выйдет, и стала нахваливать свой товар. Лучше любого Викодина, говорила она. Ну, слушайте, мне кажется, это бред. Хотя...
А, давайте двое поедут, в любом случае. Я думаю, ничего такого. Так, драки. О, замечательно, девочки пойманы, офицеры невредимы, никто не получил в глаз. Ну, кроме учительницы. Нормально, мацает собаки. Так, ну пока у нас ничего нету. Хрен с ним. Так. Пока вроде все нормально. Так, слушайте, дайте я композицию заменю. Мне она прям что-то не нравится, если честно. Запомню то, что тут красно-синяя какая-то такая, или какая она? Красно-синевато-черная-белая. Вот она мне не очень. А вот это замечательно. Ну ладно, ну ладно. Так, продали наркоты. Воу. Это реально было прода... А, кокосик. Да. Ну, кто же знал, кто же знал. Так, Корнелиус Блант. Мистер Бойд, я состоятельный человек, которому не безразлична судьба города. Я хочу пожертвовать полицейскому департаменту сумму, достаточно для того, чтобы нанять 3 дополнительных офицеров. Но при этом условии, одно из этих мест займет мой приемный сын. Разумеется, вы не можете уволить его ни при каких обстоятельствах. По рукам? Чё ж поделать-то? Не, ну дополнительные офицеры-то всегда нужны. Но при этом этот сын... Ну ладно, давай. Чего? Нет, ты подожди. Чего? Салик Перси? 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 Ну, будет Перси. Салик Перси? Перси? Значит, он будет Персик. Все, будет Персик. Есть проблемы с алкоголем, политического взгляда неизвестно, проблемы... Работает с 30 или один день. И 5 опыта, ёпта. Кристофер Сэн, кто-то пристал на улице к сводной сестре члена нашей семьи. Ее водитель позвонил нам из таксофона, но сам он слабак и сделать ничего не может. По описанию нападавших, очень похож на людей в армии. Задержите этих долбоебов до прибытия наших парней. Наших. Не бейте их слишком сильно. Просто делайте так, чтобы они не сумели скрыться. Мы приготовили для них сюрприз. О, персик. Хе-хе, давай. Вот персик у нас сейчас и поедет. Шикарно. Надеюсь, его не убьют. Надеюсь. Слушайте, а у нас неплохо так уже что-то. Пацаны тоже прибавляются-то, по сути. Это я не знаю, это, по-моему, женщина. А, да, Линда, вот, можно смотреть. Это женщина, оказывается. Ну ладно. Перди. Ограбление. Центр города. Позвонил парковщик, который только что видел, как девушки, выходящие из дороги машины, подбежал парень в капюшоне и в гараже электрошокером отнял у нее сумку. Так, слушай, ну это плохо. Так, Асана и... Да чтоб... Асана не хочет она. И Маца. Не знаю, почему Стубаки не отправил, ну ладно. А, точно, я же еще могу тут нанять. Точно, точно. 140 и 100. Да. Тут у нас минимальный... 5 и 100, 115, 150, ну давай, стоп, сколько? А, Б, один давай пойдет в смену А, а второй в смену Б. Вот этот вот пойдет в смену А. Ну и давай Джеймс Барри. Давай, похож на индейца какого-то. Так, эти вернулись уже назад. Нормально. Все живы-здоровы. Ограбление. Все замечательно. Все поймали. Подлеца. Так, нападение с применением холодного оружия. Пожилому зэку надоела еда в тюремной столовой, и он пробрался на кухню за точкой. Побеседовать с поваром. В полицию позвонил охранник, который боится заходить на кухню, чтобы не спровоцировать зэка. В смысле? Это же, ну, тюрьма, грубо говоря. Ой, ребята. Ладно, давай Янси, Перди и Коти. Да что ж такое мне сегодня? Вот, давайте втроем поедете. Ты у нас слишком стар, ты вообще из первой группы команды смены. Да как хотите, называйте, господи. А Мэри и полицейский участок. Мэри. А, еще 4 дня? Ну ладно. Блин, надо было спецназ... А, хотя ладно, спецназ, по-моему, нельзя было отправить. Так, что у нас композиции-то закончились? Мне композиции нужны. Дай-ка синенькую. Во. Bad Meets Bob.
Буд. Ой, какая замечательная. Так, и как раз началось со сварухов. На полу кухни разбиты тарелки и перевернутая кастрюля с мутной жижей. Пожилой зэк сидит на табуретке, макает повара лицом в кастрюлю, приговаривая: «Сам ешь это дерьмо!» Повезло, что тебя вообще кормят. Фух. Ну ясно, понятно. Перди, Котя и Янси. Они быстренько справились. Котя. Да, пускай будет Котя. Если вообще не забуду. Я что-то каждый раз называю по-разному. Заметили? Я что-то забываю. Просто столько народу и всех их называть по вещам, которые... Точнее, по прозвищам, которые я сам лично им дал. Так, давайте порчу имущество. Вспомним, что у нас там дается. Клара Мейнсон, прихожанка. Я хожу на воскресную службу вот уже 36 лет, но подобное безобразие видела впервые. Какой-то сумасшедший юноша въехал на мотоцикле прямо через двери Божьего храма и начал бегать вокруг, крича разные богохульства. А еще он посмел поднять руку на святого отца Нувьеза. Куда катится наша молодежь? Действительно. Молодой пьяный Беркер ворвался в церковь, сломал скамью, осквернил священное распятие и сбежал. Ага. Так, все произошло же так быстро. Парень въехал прямо в одну из лавок. Где лавка? Вот, наверное, лавка, да? А затем он заглянул в исповедальню и бросил внутрь бутылку. Так. А, вот тогда, в самом начале. Он въехал прямо... Так, и сильно толкнул меня. Я упал на пол, и этот сумасшедший заорал: «Моя рука тверда, я выбью из тебя из седла, сатана!» Швырнул свой шлем в крест над алтарем и умчал прочь. Ага. То есть он ехал в шлеме. И шлем, вот. Да стойте, господи. А, мистер Нуе, святой отец, да? Вот так? И, наверное, вот так. Нет? Жаль, я надеялся. Так. Затем он заглянул в испытание, бросил внутрь бутылку, потом подбежал ко мне. То есть тут еще надо с бутылкой что-то разобраться. Том Круз, прихожанин, это... А, Томас, Том Круз. Я был в исповедальне, когда все случилось. Ждал, пока отец Нуньез закончит проповедь и сможет меня выслушать. Я так много грешил на этой неделе. Сидя в исповедальне, я услышал шум мотора, как у мотоциклиста. Мотоцикл. Потом... Мотоциклиста. Потом раздался грохот и мужской крик: «Выходи, Люцифер, тебе не скрыться от меня!» Через несколько секунд молодой человек в косухе распахнул дверь моей кабинки и проорал: «Я настигну тебя, где бы ты ни был нечестивый!» И бросил внутрь бутылку. Осколки поранили мне лицо. Да стойте. А если вот так? Тоже беда, да? Ну тогда да, тогда, наверное, вот так надо. Но он был в шлеме, сразу видно. Да. Как дальше, тогда нужно с бутылкой что-то разобраться. И тут еще кража осталась. Давайте с кражей разберемся. Рафаэль... А, сначала. А, ну это мы читали с вами. Рафаэль Компос. Фу. Кампус, наверное. Охранник музея. Я делал обход музея каждый час. Сигнализации здесь нет. Мэри уже который год не может выделить нам на нее деньги. А звона разбитого стекла я не услышал. Музей-то не маленький. Когда я в очередной раз делал обход уже под утро, окно было разбито, а холст вырезан из рамы. Никаких следов вокруг, только кирпич на полу валялся. Так, парковка всю ночь пустовала, это камера у нас говорит. Только под утро там появился велосипедист. Опа, с тубусом на плече. Тубус. Это тубус? Это не тубус. С тубусом на плече парень медленно катался на парковке, потом оставил велосипед и на пару минут ушел из зоны видимости. Затем вернулся в кадр, уселся на велосипед и уехал. Брэм Вандерхоф. Студент художественной школы. Я страдаю от бессонницы, часто езжу на велосипеде по городу глубокой ночью. Я взял с собой тубус и другие принадлежности, чтобы не возвращаться домой. У меня с самого утра занятия в арт-школе. У музея остановился отлить. Признаюсь, я люблю помечать угол этого здания, воображая, что однажды и мои работы будут висеть здесь. Че, для этого не нужно, мне кажется, мочить угол этого здания. Ёпс, как много читать-то. Преподаватель художественной школы. На лекциях по творчеству голландских мастеров Брэм Вандерхоф всегда резко высказывался по поводу работ Деврума. Он назвал легендарного художника переоцененной посредственностью и очень развеселился, когда неизвестную картину Деврума нашли в городской свалке. Говорил, что там ей самое место. Потом ему стало не до смеха, когда он узнал, что и
эта картина Деврума попадет в музей. Так что я не удивлюсь, если Брэм вломился в музей и украл картину, чтобы сжечь ее или порезать на мелкие кусочки. И окно музея. Стекло выбито практически полностью. Сквозь окно мог легко пролезть взрослый мужчина и не порезаться. Большинство осколков стекла лежат снаружи музея, на асфальте. Опа! Снаружи музея-то. Снаружи музей, на асфальте. Значит, выбили потом. Окей. Следовательно, кирпич потом с собой не взяли, правильно? Только кирпич валялся на полу, да. Ну, давайте, допустим, вот так. Оставим, хрен с ним. Взрослый мужчина, говоришь, ну ладно. Взрослый так взрослый. Ну, господи, ну, этот Перси, Салик Перси, это прям... Ой, господи, 5 опыта, ребята, ну как я с ним буду вообще работать? У меня Остин-то продолжает, наверное. Да, у меня Остин лажает 3... этих. Ай, не понимаю. Так, Сэнд у нас, кстати, выигрывает. 8-3. Я даже не помню, когда я 3 успел проиграть им. Ну, ёпт. Ну, ёпт. Уставший весь. Сука. Так, день 17. Ладно, хрен с тобой. Доходы горожан упали на 9% с прошлого года. Безработица в городе достигла исторического минимума. Бывший сотрудник мэрии назвал официальные цифры по безработице далекими от реальности. Ну, такое себе, мне кажется. Такое себе. Может быть, не слишком далеко от реальности. Я нормально зарабатываю, продавая кокос. Я слишком устал, едва держусь на ногах. Можно я пойду домой? Ладно, иди. Ой, блин. Сорян, чувак, сорян. Мои собаки сегодня держат день. Ну, слушай, ну хорош. Ну, нет, хватит. Все. Вандал. Мои котики наелись просроченной сметаной, и у них всю ночь был понос. Им уже лучше, если... Им уже лучше, но я хотел бы провести сегодняшнее время с ними. Можно мне выходной? Слушай, нет, чувак, ну, хорош. Им уже лучше, сам сказал. Отец снова напился и сбил маму. В этот раз, кажется, дела совсем плохи, так что хотелось бы съездить к ним. Можно мне выходной? Ну, слушай, конечно, можно. Ладно уж, Хантер. Стоп, Хантер, ты ж вчера. Я тебя отправ... Сука. Ладно. Я слишком устал, едва держусь на ногах. Можно я пойду домой? Ладно, можно. Что-то у меня есть жога с утра. Может, лучше поехать домой отлежаться? Да, ну окей, на завтра приходи. Блин. Ладно. Я только сейчас увидел то, что у него уж практически 600 опытов. Так. А как мне... О, каталог есть, оказывается. Кто вот это вот? Мне, по сути, действительно музыка-то не особо нужна. То есть, как-то я без музыки хорошо сижу. Завтра истекает срок. Чё на... А, наймите женщин каких-то. Неплохо, 55 тысяч долларов. А чё не так-то? Так, ладно, чё, нарушение общественного порядка. Пожилая Эмма Уэстон позвонила с жалобой на своих соседей. Из их дома доносятся громкие звуки, напоминающие скрежет металла, рев турбин и какие-то гудки. В окне она видела дергающихся людей. Громкие звуки, напоминающие скрежет металла... А, ну, ребят, ну это даже не смешно. Кстати, у тебя откуда две лычки? Это наверняка просто какой-то этот... Все нормально. Так, а, кстати, статистика. Что это у нас? А, ну да, недельные жалования, заработаны, потрачены, миссии выполнены, провальные, расследование так. Осталось дней 163. Чего? А, я понял, что значит. Да. Так, отправить ваших сотрудников на переподготовку, статистика. Я не знаю, где мне посмотреть-то? Чё завтра-то? Я забыл уже. Я помню, что-то надо было делать с женщинами этими... сотрудниками, но я забыл, что. Захват заложников с жертвами. Ого. Психиатрическая больница Бродвен. Больные восстали против санитаров во время завтрака. Троих ранили и заперлись вместе с ними в столовой. Обещают убивать по одному санитару каждый час, если их не выпустят на свободу. Ого. Так, давай, 15 автозак. Калхоун, Грант и Бирдзел. Я пока выговорю их вообще имена, точнее фамилию, я умру. Это кошмар какой-то. Так. Ой.
А, ну да, она же звонила-то с чем? Потому что ей мешают. А это нарушение. Ну да, да, ладно, окей, понял. Они решили через озеро, получается, поехать. Вокруг здания столпились репортеры и зеваки. Преступники наблюдали за происходящим из окон третьего этажа. Отправить переговорщика, штурмовать здание через парадный вход, конечно, через черный вход. Пожалуйста, 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 все будет невредимо. Ну правильно, спецназ же. Да, слушайте, они через этот поехали. Через озеро. Или реку. Ну, это, скорее всего, река, наверное. Через реку, значит. А вообще забавно, это получается то, что нигде нету... Это, то есть, прикольно расположена психбольница. Если что, вообще ниоткуда никак не вылезти, только если вплавь. Угроза физическому здоровью. Позвонила испуганная женщина и сообщила, что по улице бегают двое парней, одетых в рыцарские доспехи, кричат «Бойтесь наших жал!» и гоняются за прохожими, размахивая клинками. Пока они никого не задели, но клинки звенят как настоящие. Ну давай Балони, Шену и Грант. Самых таких, правда? Ну Шену-то не должен просадить. У меня две лычки. Ребят, ну... Так, ну, как у нас дела-то вообще? Груз физическим здоровьем. Так, преступник пойман. А, ну значит, действительно это было нарушение. Ну, хорошо. Так, опять у нас Сэнда просит помощь. К мистеру Сэнду приехал старый друг. Сегодня они собирались устроить прогулку на лошадях. Но владелец загородного клуба только что позвонил нам и, заикаясь, рассказал, что какие-то панки до смерти избивают лошадей, приготовленных для мистера Сэнда. Ах вы вот суки, вот прям Калхун вообще самый крутой. Давай, вот у тебя, по-моему, небритое лицо. Неважно. Вот из-за этой вот небритой щетины такой, трехдневной, допустим. Вот приедь и прям вот как вот Стэтхэм всех их там бери, да. Лошадок трогать, падла. Не, все, Варга прям все. Я правильно встал на сторону Сэндов, потому что Варга это... Лошадок-то за что, суки? Я понимаю, там людей... Нет, людей тоже нельзя, но блин. Лошадок за что? А это что? А, ну ладно. Жалоба на шум. Гетто. Клим Юрьев сообщил... Русский, что ли? У меня ассоциация. Юрьев, это сразу же русский. Сообщил, что в соседнюю квартиру постоянно ходят подозрительные люди с огромными сумками. Шумят, кричат и не дают его трем сыновьям спокойно делать уроки. «Разберитесь уже с этими бандитами!» – прокричал мистер Юрьев. Так, ну автозак... Ну давайте вы поедете чуть-чуть. Время-то уже позднее. Мне кажется, ничего такого серьезного не будет. А спецназ опять, кстати, нельзя было использовать. Приехал, разобрался. Молодец. Ух ты. Интересно, вообще меня слышно? Надеюсь, что меня слышно. Я потому что очень бы не хотел, чтобы из этого грома меня перестало быть слышно. И я так сейчас еле-еле со звуками разбираюсь. У меня в одной игре меня не слышно, в другой меня полуслышно. Целая толпа людей в Варге напала на грузовик, принадлежащий одной из наших фирм. Эта машина перевозит кое-что очень важное. Лишь мистер Сэнд и два его заместителя знают, что именно это за груз. Водитель успел позвонить нам, но связь прервалась. Вероятнее всего, он уже мертв. Нужно остановить засранцев, пока они не вскрыли кузов. Ого. Ну, Самади давай поедет. Самади сейчас быстренько всех тут вместе с Калхоун... Калхоун, Гарольд. Ну-ка, порча имущества. Ага. Вот, мне кажется, сейчас мы и доделаем с вами. Опа. Сык. Так, подожди. Ес. В крест над алтарем и умчал. Чуть не раздавив прихожанку. Затем заглянул в свидание и бросил туда... Да стой ты. То есть он, получается, сначала въехал, потом бросил, потом подбежал ко мне. А если вот так? Ладно. А, вот.
и сильно толкнул меня. Он толкнул, а не ногой ударил. Все, замечательно. Григорий Ползин. Ну, точно русский. Русский байкер. Господи. О чем я вообще играю? Во что? Опять русский виноват. Григорий Ползин. Подозреваемый у нас. Так, сейчас ребята приедут. Порча имущества. Григорий Ползин продолжает погоню за дьяволом на дне стака. Ну давай, сват поедет. Господи, чем еще остается. Эх, бедняга. Да, синька, это, конечно, зло. Ну, скорее всего, белочка. Только как он в состоянии белочки на мотоцикле катался? Хотя, русские не такое могут. Стереотип, конечно, но да. Преступник пойман. Все. А мотоцикл нет? А, ладно. И все, день закончился. Замечательно. Замечательно. Мне очень нравится. Хорошо. Великолепно просто. Сэнды 10, Варги 3. То есть мы не дали им возможность. Так, завершаем день. Балони устал, как черт. Чекпоинтик. День 18. Так, слушайте, давайте сейчас чуть пораньше закончим это видео. Ну, хотя еще 3 минутки. Но за 3 минутки просто сейчас мы начнем делать, и видео будет опять длинным. Не хочу. Надо порционно. Так что давайте мы прочитаем с вами. Или, да, давайте прочитаем, а потом уже в следующей серии продолжим. Бывший член мафии рассказал о коррупции в мэрии. Главный врач больницы Сент-Джона обвинен в клевете, и мэр отказался от услуг пресс-секретаря. А чё это отказался-то, сука? Ну ладненько, давайте мы, наверное, с вами и закончим. В следующей серии мы узнаем вообще, чё у нас, как дела. Надеюсь, наконец-то уже закончится война Варги и Сэнда. С победой, понятное дело, Сэнда, потому что 10-3 в пользу Сэнда у нас с вами. Сэнды вообще прям раздают люля-кебабы. Ну, в общем-то, все. Да. Ну, а пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, понравился или нет. Комментируйте, чем понравилось, чем не понравилось. Не забывайте про колокольчик. Ну, а с вами был Жека, канал Варджиниус. Всем до скорых встреч, всем пока.